Художники, всем привет! Меня зовут Жора, и сейчас я научу вас делать вот такой вот мини-настольный мольберт. Из паркета! Погнали! Я буду использовать ручную пилу, молоток, канцелярский нож, точильный камень, саморезы, шуруповерт, карандаш, 6 паркетных досок и декоративную петлю. Сначала убираем выступающую часть, которая служит для скрепления досок между собой. Канцелярским ножом прорезаем углубление с двух сторон. Затем отбиваем ненужные части молотком. Почему я использую паркетную доску? Знаете, у меня осталось несколько дощечек после ремонта, и я решил пустить их в дело. Не пропадать же добру. Вы же можете использовать деревянные рейки. Доски нужно обработать, чтобы в дальнейшем не получить занозу. Я воспользуюсь точильным камнем, однако можно использовать и наждачную бумагу. Намечаю из досок будущий мольберт. Делаю все на глаз, без различных чертежей. А вообще чертеж нужен, хотя бы для того, чтобы была симметрия и материал не был испорчен. Нам нужно 6 досок, 5 из которых размером 45 на 4 и 1 размером 21 на 4. Размечаем эту дощечку. На нее в дальнейшем будет крепиться опорная ножка. Пилим. Примеряем. Намечаем, любуемся, крепим. Вуаля! Основная часть мольберта сделана. Каркас готов. Последний штрих. Закрепляем третью опорную рейку. Я использую декоративную петлю для шкатулок. Скажу сразу, лучше использовать рояльную петлю, поскольку она намного крепче фиксируется и намного дольше прослужит, нежели декоративная. Она будет расшатываться. Ну вот и все, ребята. Настольный мольберт готов. А вот как мольберт используется уже в работе. Загляните в инстаграм начинающего художника, ссылка на экране и в описании. Я немного доработал мольберт и привязал к нему вот такую проволоку. Она помогает фиксировать мольберт в нужной позиции. Спасибо большое за просмотр, надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, здесь интересно.